Им оказался четвертый ребенок в семье рабочих Зухры и Рафиса Гариповых. Маленький Туфан, так назвали малыша, словно ведал, что станет юбиляром, и постарался не подкачать. Вес у него при рождении был 4 килограмма 550 граммов, рост 62 сантиметра. Богатырь под стать своему городу, ведь сегодня набережные Челны – второй после Казани крупный экономический и культурный центр Татарии. Новым современным Челнам нет еще и 20 лет, город-ровесник КамАЗа. А вообще-то это селение древнее, оно помечено на картах начала 17 века. Набережные Челны, к сожалению, на всю необычность, скажем прямо, героической биографии, город не смог избежать, увы, ставших традиционными бед ударных строек. Заметно отстает социальная сфера, не хватает жилья, детских садов и школ, и особенно предприятий службы быта. А ведь город, чего греха таить, мы часто называли городом завтрашнего дня, сулили ему коммунистический быт. Так что маленькому Туфану, пожалуй, еще придется устранять огрехи и недоделки взрослых. Но сегодня вместе с жителями набережной Челнов, пришедших поздравить юбиляров, порадуемся счастью семьи Гариповых. Поздравим их с сыном, с памятной специальной медалью, выпущенной городским советом к этой дате, четырехкомнатной благоустроенной квартирой, выделенной Гариповым. Пожелаем им и всем челнинцам счастья.